Давай. Хорошо. И спиной ко мне. Еще раз, Жень, пожалуйста. Инка, да? Да. Стоп, Женечка. Женя. И напой. Ага. Давай. Хорошо. Так, теперь, значит, сейчас я скажу. Вы становитесь туда. Денис, сюда. Ты, Сим, сюда. Сюда. Ваня. Сюда. Не-не-не-не, подожди, сюда. Не-не-не-не, подожди, не пиши, потом. Все это хитрые приемы, для которых нужна физическая сила. Нет физической силы, никакой прием не пойдет. Макс, сюда. Ты. Значит, Макс, ты делаешь 30 брусок. Сербо, делаешь 30 РНК. Андрей, 30 РНК. Приготовились. Я считаю, вы делаете. А какие? Мерится. Нет, Андрей делает. Макс делает. Делает Андрей вот это. Внимание. Хаджи. О! Быстрее встаем. Стой. Распечатай. Три. Не-не-не-не. Скале. А, скале? Да. Попробуй. Быстрее. Чинч. Шапка. Ок. Ноу. Дети. Смотри. О! У нас уже 15. Я 30 сказал. Дой. Трей. Патрон. Чинч. Шапте. О. Ноу. Ноу здесь. Пошли. Уно. Эй, тут. Патрон. Чинч. Шапте. Ок. Ну. Дети, вот это встали, заправились. Макси, садись, встань. Встань, заправься. Можно прийти. Отдохнуть. Петя, что сидишь? Петя, что сидишь? Это Макс сидит, видишь? Он даже в туалет уже не ходит. Не может, у него рука болит. Почему не тряпка? Нечем, да. Снять платформы. Нечем выкинуть одно место. Что? Тряпка. Денис, не надо. Еще раз. Если у вас в голове черти что, а не дзюдо, или еще что-нибудь, на чем-то сконцентрируйся, так и будет, блин. То здесь падаешь там по арбузным корочкам, день города. И что ты там делал? Нет, чтобы прийти сюда покачаться, блин. Тебе это надо, день города, блин. Ты лично для тебя говоришь. Ты здоровый, а все вокруг тебя салаги. И они говорят, Максик, защити нас, иди на разборочку. Ударишь кого-нибудь и посадят. И будешь сидеть долго и нудно. Передачи. Сначала будешь, так как тебе нет еще 16 или 18 лет, то ты будешь условно тебе дадут. А если еще раз, тогда на зону пойдешь. А это... У меня уже был такой один, ходил на разборки. А кто? Кто? Есть такой один. Большой. 16.
лапки бегал там. Зубильки, блин. Хорошо, что родители богатые. Хорошо, что родители богатые. А он думает, что его отпустили. Бабки дали, отпустили. Хорошо, что папа богатый. Приготовились, вперед. Дайте им поработать. И им дайте посмотри, какие, блин, они уже двигаться не могут. Смотри сюда. Так, Макс, вставай. Сюда. Ваня, ку-ку. Ку-ку. Бегом. Так, возьми вот этого парня. Эй, тренер говорит. Возьми его, сделай ему три раза. О, хочу я аккуратно медленно, чтобы он упал. Макс, я стою, ты разговариваешь. Надо разговаривать так, чтобы я не слышал даже. Петенька, сюда, пожалуйста. Сделай ему аккуратно. Петя, ножки пошил, ручку сюда. Сядь, сядь, и тоже сядь. Приготовились? 30. Сейчас, одну секундочку. Да, 30. Сейчас. Ноги шире. Эй, поехали, посмотри на меня. Иди. Смотри, сразу, видишь, сразу, вот рука, вот здесь. Вот, видишь, и идешь вот так, голову наклони. Вижу, все, о, видишь, отсюда. Давай, сделай. Давай, время. Вот, и потихоньку. Отлично, еще раз. Петя, ты красавчик. Ты умный. Я не шпалат. Да, просто. Петя, Петя, Аич, Ваня, Аич. Сделай Ваню. Петя, туда. Сделай Ваню. Да, ты ему. Петя, туда. Аккуратно. Главное, чтобы не это. Ваня, вставай туда, бегом. Петя, делай ему оттуда. Делай ему аккуратно. Аич, Ваня. Иди сюда. Стоп! А ты приготовились. Ты делаешь один раз в ноги, один раз в руку. Он уже, Ваня, где? Да, я тебя рунг, ты даже помнишь, что я. Ну, я. Смотрите, внимание сюда. Вот ты встал. И ты встал. Сразу смотрите. Не лицо у Дениса. Не лицо. И постарайтесь сразу встать не лицо. И тогда будет легко. Внимание, 3000 рунгей. Хачуэ! Оно! Давай! Значит, или кач, или борьба.
Как-то. Я буду спрашивать, Макс, ты будешь бороться? Устал немножко, да? Ну, если кто-то хочет бороться, то он бороться. Ага. Хочешь бороться? Будешь бороться? Да. Хорошо, становись сюда. Так, Макс, пока садись туда. Да, поборешься? Что, мертвый? Да. Мертвый. Ну давай, ты 5 минут поборешься? Хорошо. Хорошо, да? Так, ты устал? Устал. Так, качаться, качаться. Ему тоже тут. Качаться, качаться. Бороться хочешь. Хочешь бороться. Хочешь бороться. Ты, да? Не стройте. Нет, руки нет. Он мне жив, животный. Вот есть его. Эй! Не лезь, не лезь. Я тебе его дам. Значит, мы вдвоем идете туда. Или туда, или туда, или все, уши. Мак, это муж, иди сюда. Значит, если он... Иди сюда. Он наборит, аккуратненько, посмотри. Потом я тебе его дам. Ты готов? Да. Не надо. Нет, да? Он хорошо будет. Ну я два раза уже. А ты уж аккуратно, нет? Хорошо. Значит, да, остаешься. Становись сюда. Значит, да. Ты хочешь бороться? Нет, как дома. Придешь домой? Нет, ты не тоже лучше. Так. Да. Андрюха, давай тогда садись здесь. Пойдешь им тоже, хорошо? Хорошо. Значит, так, да, если ты. В одной минуте, если он упал, тоже уходит. Так, вот здесь. До свидания. Почему не заправлен? Николай, ко мне. Николай, надо немножко качать. Ты сейчас закончишь 12 классов, кем ты будешь работать? Директор. Даже директор надо силы иметь. Так, тебя я отпускаю. Ушел Ваня, я тебя отпускаю. Вы, тренажерный зал. Юрий Александрович, я вас прошу, посмотрите, потому что никаких телефонов и музыки. Сейчас я приду, я посмотрю здесь. Так, Денис, ты устал? Да. Давай. А, тебе, можно, тебе. Ты можешь, дать 50 минут. Так, ну, 10. Хорошо. Ну, там где 5, там и 10. Да. Тогда ты стараешься выжать. А, Андрюха вот сюда. Хорошо. Готовы? Ей больше добраться строить. Нет. Да. Джин. Паузы. Завтра у кого 5 уроков, час я вас жду. Стоп, опять! Денис, сейчас. Я знаю, я полечу. Да нет, не полети. Зачем ты ему поезд дал? А зачем мне давать? Не давай поезд. А почему он взял его? Чтобы тебя хотели.
Хорошо. Только я не знаю, или ты делал что-то? Нет, я помню. Это больше